Здарова, здарова, дорогие друзья, с вами Мотобустер. И сейчас я покажу, как новичку в русской рыбалке 4 на фарме серы. А перед началом видео подпишись на мой канал и поставь этому видео лайк. А мы погнали. Вы вот задались таким вопросом. Хочу на фарме серы, например, на удочку, на катушку, ну или на что-то еще, на какую-то снасть. Что нужно вам делать? У вас открыто только дачный пруд, озеро Комарино и река Вьенок. Что же делаете вы? Берете донку или поплавочную удочку и идете на координаты 35-49. На этих координатах очень хорошо клюет карась серебряный и карась золотой. Зачетные караси серебряные и золотые стоят нормально, а если трофей, то и подавно. Трофеи вы можете чаще всего выловить во время, например, с 10 вечера до 8 утра. Нет, скорее всего, 6. Берете удочку, которая вытягивает хотя бы 2-2,5 килограмма, а лучше 3, и закидываете, если у вас нету манки, то червяка. И ждете, вылавливаете. И вот вам первая сера. Я вот могу за игровой день нафармить 100 серебра. А с вами был Мотобустер. Всем пока-пока.